Oras FV43U от компании Gigabyte – это 43-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K, поддерживающий частоту обновления 144 Гц. Внешний вид устройства вызывает больше ассоциаций с телевизором, чем с игровым монитором. Штатная подставка состоит из двух отлитых из алюминиевого сплава ножек. Монитор стоит устойчиво, без видимого наклона. Разъем питания находится сзади на левом торце выступа корпуса, а интерфейсные разъемы на правом выступе. Все четыре видеовхода поддерживают сигнал с разрешением 4K и кадровой частотой 144 Гц. Встроенная акустическая система громкая, но без глубоких низких частот. И есть заметный пластиковый призвук из-за паразитных резонансов корпуса. Есть встроенный концентратор USB 3.0 на два порта. Выходы USB поддерживают режим быстрой зарядки. В наличии функция KVM. К монитору по USB можно подключить клавиатуру и мышь, чтобы затем задействовать их в качестве органов управления и навигации для двух разных источников видеосигнала, например, ПК плюс ноутбук. Навигация по меню очень удобная, так как всеми настройками можно управлять джойстиком. Также можно работать с меню на расстоянии с помощью комплектного ИК-пульта дистанционного управления. Из дополнительных возможностей в наборе Game Assist присутствуют несколько геймерских функций, а именно таймер, пользовательский счетчик, вывод частоты кадров, перекрестие прицела в центре экрана и меток для выравнивания, установленных в стык мониторов. Дополнительно на экран можно вывести информационную панель «Дэшборд» с текущими параметрами ПК и видеоподсистемы. Для управления монитором в среде Windows используется фирменная программа OSD Sidekick. Исходный цветовой охват очень широкий. Его можно корректировать до Adobe RGB, DCI P3 и sRGB, выбирая один из трех профилей. Спектры основных цветов очень хорошо разделены, что и обуславливает широкий цветовой охват. Цветовой баланс даже в самом ярком режиме приемлемый, и его можно значительно улучшить, регулируя усиление трех основных цветов. По умолчанию гамма-кривая близка к стандартной, при этом специальной настройкой можно улучшить различимость деталей в тенях, что будет полезно в играх с темными сценами. Визуально видно, что белое поле к углам немного темнеет и приобретает легкий красноватый оттенок, что может помешать в случае профессиональной работы с графикой. Контрастность даже для данного типа матриц высокая, равномерность черного поля приемлемая. Есть очень хорошая поддержка HDR, что подтверждено сертификатом Display HDR 1000, а также нашими тестами. Углы обзора по скорости снижения яркости и по изменению цвета средние. Это ожидаемо для матрицы типа VA и является ее основным недостатком. В данном мониторе реализована поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync и G-Sync Compatible, что позволяет получать изображение с плавным движением в кадре и без разрывов. Есть режим со вставкой черного кадра, в котором повышается четкость двигающихся объектов, но при этом появляется видимое мерцание. Время отклика зависит от значения настройки Overdrive, которая управляет разгоном матрицы. После разгона матрица быстрая, но лучше остановиться на предпоследней ступени, так как на максимальном разгоне артефакты уже весьма заметны. Задержка вывода очень небольшая, она абсолютно не ощущается при работе за ПК, да и в играх не приведет к снижению результативности. Oras FV43U от компании Gigabyte – это игровой монитор высокого класса. Монитор подходит для просмотра кино и работы с большим количеством информации. Но в силу ряда особенностей его лучше не использовать для работ, требующих высокой стабильности цветов по площади и при взгляде под углом.